мой сын уже около года ходит в организацию «Я могу», занимается адаптивной физкультурой. Ну, во-первых, для наших детей это очень нужная вещь. Они развивают силу воли, характер. Для ребенка это вообще самая высшая похвала. То есть тогда, когда понимают, что для них это все-таки большой труд заниматься вот адаптивной физкультурой. Нравится метание, вот, бег, конечно, нам тяжело. Первый раз, когда мы участвовали в соревнованиях, мы заняли сразу же второе место. То есть для нас это было такое действенное и стимул для того, чтобы участвовать дальше, продолжать участие и все-таки стремиться на первое место. Конечно, индивидуальный подход у нас есть, и с учетом всех нозологических групп, с индивидуальным подходом мы и обозначаем результаты. В принципе, нужны эти мероприятия для людей, чтобы они верили в себя, чтобы они понимали, что они что-то могут. Если не могут сейчас, то научатся обязательно и сделают в следующий раз еще лучше. Поэтому мы к этому стремимся, показать им, что они могут все.